Телеканал КРТ представляє. От у Литві, от під час карантину, творчі люди, вони не мають можливості виходити на вулиці, працювати, грати на гітарах. І Литва сказала, так, їх треба підтримати. Вона знайшла 114 таких осіб творчих, і кожному з них виплачує 600 євро на місяць. От я хочу, щоб це застосували у нас, да, до наших музикантів, акторів. От на твою думку, кого можна було б в цей перелік запхати, ну, окрім мене? Ну, я само собою, да. І Лісі Медведєва на полставки, да, ми вже говорили об этом. Ну, так. Кого? Ну, пана Вакарчука треба, тому що, в принципі, він зараз... Он і так получає зараз, на самом деле, як народний депутат України, він получає достатньо большое вознаграждение. Але ж не порівняється з тими концертами, які... Я понимаю, но тут же речь, допустим, да, если мы говорим о прибалтийской стране, речь идет о 600 евро, ну, депутат Украины получает больше місячних виплат. Тобто можна говорити, що Вакарчук вже ну, це він як вже функціонер отримує гроші, а як мистець він просто зараз десь сидить і всякі реаліті, він ж отримує якісь. І більше того, ми ж пам'ятаємо, як він виїжджав на концерти в Мінськ. І, кстати, до кінця непонятно, що ж там заплатив ли он налоги з цього концерту, і взагалі, що було з цим концертом. Да? Тобто я, наприклад, наскільки я пам'ятаю, він до сих пор в електронну декларацію не внес дані. Об этом концерте. Хотя очевидно, что там гонорар был, ну, наверное, такой, что точно должен был бы отразиться в электронной декларации. Ну, да, его голос, який лунав в Мінську, заробив багато грошей, але є така думка, що його голос, який пролунав, підтримав відкриття ринку землі, він теж достатньо непогано мав заробити. Да, возможно, но и тем более, что, но при этом, если так, говорить, например, о электоральной поддержке... Она монетна, она и там, да. Супер. Но если, с другой стороны, говорить об электоральной поддержке, то вот были недавно данные рейтинг, и там, на самом деле, голос, мягко говоря, ну, ниже ватерлинии. Подсел. Значительно, очень сильно подсел, мне кажется, уже на грани того, что он просто-напросто исчезнет. Ну, треба придется заново восстанавливать. Шукати новий проект. Нового репетитора по вокалу. Да? Да. Ну вже ищут, це тоже не секрет. З тим же Сенцовым, к примеру. Так давно вот мы, например, разбирали с одним из изданий похожие, да, вот какие карты тусуются, вот, скажем так, вот для вот этой аудитории, потому что ну, голос просто повторяет судьбу самопомощи, по сути. Але на твою думку, ну, в принципі, вони ж йдуть той же стежкою, якою проходили інші. Тобто, ну, після Революції Гідності, виходить, прийшла така когорта людей з Майдану, і ми, в принципі, подивилися, на що вони здатні. В принципі, ну, так собі результат. І... Мають право на ошибку. Могли мають право на помилку, да. А тепер, в принципі, ну, ті ж самі граблі, да? Ті ж самі слова, ті ж самі люди, в принципі, ті ж самі дії. Ми дійсно проголосуємо знов за таких людей? Ну, ми ні, мабуть, а частина людей, мені кажеться, які, скажімо так, во многом заскорузла, мені кажеться, да, в якихось вот лозунгах, или скорее воспринимает вождійського типу політичні сили. Ну, в своє время вони ж проголосували за самопомощь, по суті, голосує за розкручений образ мера Львова. Да? Потом они проголосовали за партию Вакарчука, хотя ну, мы уже даже вспоминали, как он отвечал там, на газовые вопросы. Да? И чем больше он выступал на эфирах, тем больше рейтинг так проседал. Да, тогда. Но люди же проголосовали за это. То есть, ну, то есть люди, опять-таки, в чем проблема? Мне кажется, в том, что люди готовы поддаться, с одной стороны, под эмоции. То есть им кажется, что если этот человек был, например, успешен, ну вот в примере музыки, то он будет успешен и в политике. Ну, это же далеко не так, да, это разные вообще как бы сферы, это раз. А во-вторых, для части из таких людей, для них слова важнее действий. Я думаю, что это один из таких парадоксов, почему некоторые из этих политиков, даже несмотря на то, что бы они ни делали, им удается, им удается как-то вот постоянно рассказывать, что вот они были обижены, и им не дали, хотя они могли там побыть на всех уровнях уже власти.
А це наші люди. Люди, вони настільки добрі і настільки коротка пам'ять у них, що вони постійно бачать, як когось образує все. Треба підтримати. І з другої сторони, мені кажеться, що люди часто на стороні, от їм потрібно теж думати об этом. Ну, я думаю, політичні аналітики будуть там помогать, должны различать. Все-таки є різниця між словом і ділом. Тобто вони, звісно, зв'язані. Но есть разница, да. Более того, у нас есть всегда такая проблема, что часть политиков, которые избираются на одних лозунгах, потом эмигрируют сразу же в абсолютно другую сторону. И это очень распространенная практика. И это, кстати, одна из причин, почему мы видим очень часто, у нас вот есть вот этот уровень, скажем так, легитимности власти, да, доверия населения к власти, он часто очень ниже даже по СНГ уровню. Да, если сравнивать с другими странами, потому что у нас политики часто не считают, что те вещи, которые они говорят во время выборов, это должно быть для них основой для их повседневной деятельности. Вот почему мне кажется, что тут нашим политикам пусть получится, вот сейчас есть примеры, Дональд Трамп, которого можно его критиковать, можно его не любить, но... Он знает, что вот его избрали, у него есть конкретная программа, и он ее вот как бы... Или так, или да, мытьем, или катанием, или как угодно, но пытается выполнить. Ну, таке враження, що наші політики, вони приймають, ну, коли приймають участь в виборах, вони вважають, що вони приймають участь в Рушинському фестивалі бардовської пісні, і треба просто гарно заспівати якусь пісню. Один раз. Тебе обрали як найкращого виконавця, а потім ти вже робиш все, що треба тобі або замовити. І плюс свою роль тут, звісно, грає вот високий рівень маркетизації політики, да, політики, коли во многом, вот, даже вот эти, скажем так, іміджі, вони просто рассматриваются как какая-то вот им... Вот просто имидж. Вот эта одежда, которую ты сегодня одел, условно говоря, а завтра ты оденешь другую одежду, и как бы ничего страшного. Хотя мы видим, что политика все-таки это не одно и то же, вот, да, просто создание какого-то образа. То есть тут должны быть, вот почему я говорю, что все-таки если определенно есть постулаты, которые провозглашаются, то этим постулатом политик должен действовать. В противном случае он на самом деле не только тут себя теряет, да, базу, свою поддержку, а он на самом деле разрушает веру людей в политику. И в том, что с помощью политики, с помощью выборов можно менять страну к лучшему. И это, кстати, мне кажется, намного более опасная вещь. То есть это может призвести до того, что появится вождь, который скажет, ну, пока мое сердце бьется, вы будете на меня дивитися. Да, да, и серии, что «Так а что ваши выборы? Может, а что, вам ваши выборы помогли?» Да, і серії. Так, ну, давайте... це сильний аргумент, тому що за 30 років виникло декілька питань стосовно цієї демократичної процедури, як вибори. Ну, я думаю, що якщо б виборів не було, то було б намного хуже. Потому что тут, знаешь, конечно, да, я думаю, что да, потому что с другой стороны, ну, как бы, конечно, простого рецепта нету выхода из этой ситуации, но я, например, считаю, что одним из способов, который мог бы помочь, это было ускорение политического цикла. Имеется в виду, например, ну, избрание Верховной Рады на 2 года. То же самое, например, касается президента. Да? Почему? Потому что это бы способствовало тому, что люди еще помнят, что говорили эти политики, они видят, смогли ли они за год-полтора что-то сделать в позитивном контексте к ним, и через 2 года люди могли бы... не справились, до свидания. Да? То есть это бы способствовало ускорению очищения власти. Набагато швидше починали бы продавати свою державу, розкрадати.